В Москве проживала героиня романа еще до октябрьских дней. Ее называли Каренина Анна Аркадьевна, отчество ей. Тут Вронский явился, свинья и скотина, и бывший к тому ж офицер. Его воспитала былая рутина, ведь жил он не в СССР. И бросила Анна мужа тирана, ребенок 12 лет. И бедная дама пошла на вокзалу, на рельсы покорно легла. Вот так поступали дурные кокетки, питавшие царский режим. А мы в наступающий год пятилетки на рельсах еще не лежим.